Ну что, продолжается у нас интрига. Удастся ли в ближайших матчах Калмгу одержать первую победу в сезоне? Нету побед у команды. А вчера команда сыграла в ничью, то есть набрала очко, но вот никак до победы дело не доведет. Замышляев на Букушана, но здесь прекрасен Коскин. Артур молодец. Ну вот удар с центра поля и 1-0. Все-таки не успел Артур Коскин вернуться в рамку. Значит, победа. Нету положения вне игры? Нету. Букушан. Что будет делать? Сам. 2-0. Посмотрел, давать ли на капитана или все-таки самому решать. И в итоге 2-0. Неплохо получилось. Молодец, Катушев. Перекладина. Показывает линейный арбитр, что можно играть. Нету положения вне игры. Проход по флангу. Вашакидзе. Ну и налево отдать, конечно. Удар по воротам 3-0. Андрей Филиппов. Да, не стал ничего Александр Крещик добавлять. Придумали все-таки момент под конец, но вот под конец и получили третий. Удар по воротам 4-0. Ну вот и Вышакидзе. А вот здесь вот не прав, по-моему, Орехов. Так, Савенко. Ну вот сейчас за этот толчок получит Игорь Савенко красную карточку. Замышляет. Нет, здесь хорошо. Манжеев сыграл. Но опять же, видите, все 5-0 все-таки, да. Добились своего. Брала 4 очка, а могла бы набрать и 5, и 7. Все. Закончился этот матч. Отмучилась Элиста.